Перевозить пассажиров в Ядрине теперь будут индивидуальные предприниматели. Раньше внутренние районные маршруты обслуживал «Чувашавтотранс». Теперь унитарное предприятие будет работать только на межмуниципальных. До 1 января 2017 года «Чувашавтотранс» возил жителей Чувашии практически по всей республике. А затем от внутригородских и внутрирайонных перевозок пришлось отказаться. За муниципальные перевозки теперь отвечают местные власти. В связи с финансовыми трудностями указанное предприятие с 1 января 2017 года отказалось осуществлять маршрутные перевозки по муниципальным автобусным маршрутам по Ядринскому району. В целях обеспечения транспортным обслуживанием населения Ядринского района с 1 января 2017 года Ядринской районной администрации заключены муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок с четырьмя индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующие лицензии. Регулярные перевозки осуществляются по всем ранее действующим маршрутам и расписание по регулируемым тарифам. Население все так же ездит как по расписанию, как и было до 31 декабря. Надо отметить, что с поста генерального директора ушел очередной руководитель «Чувашавтотранса». Сергей Козеев проработал чуть больше полугода, с мая 2016-го.